Под занавес недели моды в манеже свои коллекции представили Белла Потемкина, Оксана Федорова и любимец всех наших звезд Игорь Гуляев. В этом сезоне Потемкина впервые показала свою коллекцию брючных костюмов, а Игорь Гуляев предлагает обратить свое внимание на яркие шубки цвета хаки. Все подробности у Оксаны Сеничевой. Ну где еще можно встретить столько звезд шоу-биза, как не на закрытии недели моды в манеже? Филипп Киркоров, Яна Рудковская, Сергей Зверев, Валерия Слава и многие другие любители фэшена приходят оценить работу дизайнеров. А ведь правду говорят, красивый человек обречен делать красивые вещи. То же самое можно сказать и о коллекции Беллы Потемкиной. Вышивка ручная, рюши, камни, стразы, пайетки. В общем-то, как и всегда, дорого-богато. Но что примечательно, в коллекции дизайнера впервые появились брюки. Моя героиня, если раньше она была юная, романтичная, то сейчас она немножко повзрослела, стала более деловой. Может, поэтому как минимум половину зала заняли мужчины. Мужчины прям разбираются в платьях, разбираются, что модно, что не модно, что дорого, что недорого. Мужчины приходят, может быть, даже не на показ посмотреть, а на людей, на девушек. Может, своя страшненькая, знаешь, такая, ну, хоть вдохновиться красотой на подиум, потому что будут действительно роскошные девушки ходить.